Эта авария произошла еще вчера вечером. Из-за этого сегодня все дети, которые ходят в дошкольное учреждение, остались дома. Виновника коммунального бедлама определили без проблем. Человек приобрел участок и без получения технического задания решил, так скажем, провести на свой участок воду. Авария будет устранена. На данном этапе, я же повторяюсь, подвоз воды в поселок организован. Коммунальные службы прекратили работы сегодня в половине третьего. Кстати, с проверкой на место ранним утром приезжал в РИП главы города Владимир Елистратов. Собственник жилого дома осознает ту ситуацию, в которой он оказался. Он прекрасно понимает, что он получит административное наказание и дополнительно от суммы ущерба через суд или добровольно ему будет предъявлен